Что же, несмотря на то, что нет слушателей, но начинать надо. У нас есть материал, который нужно разобрать. И сегодня мы постараемся завершить тему. Я сейчас обозначу на доске. Вот Настя подошла. Вот у нее замечательный кот дома живет, видно. Здравствуйте, Настя. Настя подключает, еще не слышит меня. Вот. Ну хорошо, значит, речь пойдет об уравнениях в частных производных самого простейшего вида. То есть это уравнение первого порядка, то есть само уравнение содержит лишь частные производные первого порядка, не более того, они линейные по этим частным производным, однородные в правой части стоит ноль. Ну, пожалуй, я все назвал, да. Ну вот под номером один у нас будет как раз такое. Номер один. У нас будет как раз такое уравнение в пространстве n переменных. Значит, у нас есть коэффициенты а и t от x. И мы ищем функцию u от n переменных. Это равняется нулю. Вот такое уравнение. Ну, как я обозначил, да, то есть только участвует производная первого порядка. Значит, мы интересуемся u от x. Вот эта функция, предполагается, мы ее разыскиваем в пространстве переменных, конкретно некоторой области d. Откуда область d? D из Rn. Вот. И все коэффициенты для всех i, единицы dn у нас а и t от x класса c1 некоторой области d. Мы можем составить систему, автономную систему уравнений первого порядка, заимствуя из этого уравнения вот эти коэффициенты. Так, то есть мы получим. Да-да-да, заходим. Заходим. Да, давайте, заходим. Вот так. Ага. Вот. Это я только начал. Мы сегодня вспомним, что в прошлую пятницу мы завершали материал. У нас была главная тема первые интегралы. Но мы начали эту заключительную тему курса дифференциальных уравнений. То, что нам еще учиться 3 недели, означает, что мы перейдем сегодня же на разностные уравнения. Вот. И до конца модуля будем изучать разностные уравнения. Значит, ну вот смотрите, значит, объект исследования. Уравнение в частных производных. Да? То есть это многомерный случай, функция u от n переменных, искомая. Так? Есть некоторые коэффициенты, эти коэффициенты гладкие функции в некоторой области d, и в этой же области d мы будем искать решение u от x. Есть дополнительные условия на коэффициенты. Вот, оно состоит в следующем. Какую бы точку x мы ни взяли, одновременно в этой точке все коэффициенты не обращаются в ноль, то есть это не ноль. Вот так, вот такое условие, да, которое очень важно для нас, мы увидим. Вы можете сказать, а что, если такие точки найдутся? Но это уже предмет исследования как бы более сложный. И у нас в этом курсе самое важное – это показать, что, в принципе, предметом исследования может быть не только функция одной переменной, да, но и функция многих переменных, вот как функция u. Вот, не более того, да, то есть какие-то совсем сложные вопросы мы откладываем для изучения самостоятельно, кто заинтересуется теорией уравнений частных производных. Итак, под номером 2 я хочу составить такую систему. Значит, у нас есть
система из n уравнений. Здесь стоит a1 от x. Вот, и последнее xn с точкой равно an от x. Вот так. Эта система автономная, как видно из вида. Коэффициенты гладкие функции. Вот, значит, ее название стоит следующее. Название таково. Это называется характеристическая система. Система уравнения 1. Решив ее, так, мы получим решение. То есть это фазовые траектории, которые мы называем характеристиками. Характеристики. Уравнение 1. Ну и был сформулирован, даже доказан такой результат, такая теорема о существовании решения, да, значит, этого уравнения. Значит так, теорема. Посмотрим уравнение 1. Пусть точка x0 принадлежит d. Тогда найдется окрестность этой точки. Множество d с волной, принадлежащее d, что решение 1 имеет вид. Здрасте. Так. Вот. У вас нет салфетки какой-нибудь с собой? Салфетки. Ага. Нет. У вас есть смотрите, да? А, отлично. Или пустой футлерчик. Хотя бы одна есть, да? Все, мне этого хватит. Спасибо большое. Меня спасли. Да. Имеет вид. У от x равняется. Написано функция f большое. Аргументы функции f большое. Ну, напишу словами. Где f большое? Произвольная функция класса c1, а у1, у2 и так далее, у n-1, независимые первые интегралы системы 2. Первые интегралы системы 2. Спасибо. Вот. Эта теорема была сформулирована, даже я успел доказать, потому что она очень просто доказывается. Но хочу обратить ваше внимание, что смотрите, в отличие от уравнений обыкновенных, дифференциальных уравнений, да, то, что мы изучали все время, да, это вот сюжет для нас новый совсем. Там степень произвола при решении, при нахождении общего решения. То есть это есть общее решение. Да, причем это общее решение в некоторой окрестности точки x0. Там этот произвол задавался исключительно с помощью констант,
А здесь произвол гораздо больше, потому что функция f – произвольная функция класса c1. Вот. Ну, а так сказать, начинка этой функции, то есть какие стоят функции здесь, написано, что это независимые первые интегралы системы 2, от которой была написана. Я ее могу восстановить, система, если я запишу ее более компактно. Естественно, x – это вектор, здесь стоит a от x. Значит, доказательство. Доказательство довольно простое, потому что в этом условии теоремы все сказано. А именно, смотрите, значит, есть уравнение 1, так, есть некоторая область D. Значит, мы выбираем точку x0, неважно какую, мы знаем, что какую бы точку мы ни взяли, у нас в этой точке сумма модулей этих коэффициентов не равняется нулю. Это означает, что сама точка x0, смотрите, а от x0, но а это вектор, вектор функции, да, не равняется нулю. Да? Ну, я даже могу это написать. Ну, хорошо, давайте напишем аккуратно. Это вектор, это вектор и это вектор. Это вектор, ну, x0, конечно, вектор. Это не равняется нулю. Да? То есть вот наше условие. То есть точка x0 не является положением равновесия характеристической системы. А мы только что изучали первые интегралы и знаем, что в окрестности точки, которая не является положением равновесия, существуют ровно n-1 независимые первые интегралы системы 2. Так? И стало быть, всякое решение вот этого уравнения, да, является произвольным первым интегралом характеристической системы. А как будет выглядеть произвольный первый интеграл характеристической системы? Он как раз и будет являться произвольной функцией от набора независимых первых интегралов. Потому что мы сейчас обсуждаем произвольный первый интеграл этой системы. Значит, почему это так? Потому что, посмотрите, значит, у нас что, как это уравнение можно записать по-другому? Посмотрите, его можно записать следующим образом. Значит, у вас есть а от x, да? Коэффициенты, набор коэффициентов, и здесь стоит градиент u. Здесь стоит градиент u, так? Вот. То есть, другими словами, я могу записать, что производная в силу системы неизвестной функции u от x равняется нулю. Да? То есть мы ищем произвольный первый интеграл данной системы характеристической. Да? Вот. И как же он выглядит? Он выглядит как произвольная функция от набора независимых первых интегралов. То есть независимых первых интегралов у нас n-1 штука. Вот. И всякий первый интеграл выражается вот в таком виде. F большое, вот написано, здесь надо смотреть, F большое от набора первых интегралов. Вот на этом теорема завершена. Теперь возникает такой вопрос. Вот для обыкновенных дифференциальных уравнений мы помимо нахождения общего решения еще изучали задачу Кауши. Ну, например, если у нас было, у нас было уравнение, вот такое, например, x точкой плюс от x равно f от t. Да? Это уравнение линейное первого порядка с переменным коэффициентом a от t. Мы ставили задачу Кауши. То есть найти такое решение, чтобы в точке, в момент нулевое наше решение принимало значение x нулевое. Да? Значит, мы знаем, что если начальные условия не добавлять, то решение этого уравнения – это функция, которая содержит произвольную константу c. Вот. Но введение начального условия дает возможность константу найти. Более того, почему я сравниваю, это же линейное уравнение, это тоже линейное уравнение. Да? Здесь первый порядок, здесь тоже первый порядок. То есть можно сравнивать. Вот. Значит, теорема существования единственности вот для такого, для такой задачи Кауши говорит, что решение будет найдено на целом интервале. То есть у нас будет найдено решение x от t, это будет функция класса c1 на каком-то интервале там от a до b, например. Да? То есть t принадлежит a, b. Вот.
Это связано с тем, что это уравнения линейные, поэтому решение ищется глобальное, целиком на некотором интервале. Вот, на этом интервале определены как коэффициентная функция АТ, так и правая часть ФАТ. Вот. А можно ли найти аналог задачи Каши для уравнения 1? Вот, можно. Такой аналог найти можно. Вот, но, конечно, здесь своя специфика есть. Сейчас мы это обсудим. Давайте для простоты ограничимся случаем двух переменных. Значит, пусть мы сейчас будем понимать, как задавать задачу Каши, как задавать начальные условия. Пусть n равняется 2. Тогда мы имеем дело вот с А1 от x1, x2, du под x1 плюс А2, x1, x2, du под x2 равно нулю. Да? Значит, небольшое количество переменных позволяет рисовать картинки. Вот у нас есть область переменных x1, x2, а вертикальную ось я обозначаю u. Что есть решение вот этого уравнения? Да? Значит, предположим, что мы нашли какое-то решение. Мы только что видели в этой теореме функция f произвольная, но мы определились. Да, то есть у нас получается так, что решение у от x1, x2 в силу теоремы это есть некоторая произвольная гладкая функция от какой-то, ну давайте посмотрим, v. Это первый интеграл характеристической системы. Поскольку система второго порядка, первый интеграл ровно 1. Да? Вот так выглядит общее решение. Ну, мы зафиксировали, мы нашли первый интеграл. Так, мы это умеем делать. Вот, зафиксировали какую-то функцию f. Вот, как будет выглядеть тогда интегральная поверхность? Вот мы вводим такое понятие. Значит, по аналогии с обыкновенными дифференциальными уравнениями, потому что здесь, если мы найдем решение, да, оно единственное, мы можем нарисовать график, и у нас будет какая-то вот такая функция, это будет наша x от t, вот, проходящая через точку t0. Да, например, какая точка t0. И мы называем это интегральной кривой. Да? Вот, значит, поэтому надо посмотреть на аналогию из обыкновенных дифференциальных уравнений. И здесь это будет, конечно, некоторой интегральной поверхностью. Ну вот я рисую что-то такое, напоминающее поверхность. Вот, какой-то сейчас. Алло. Ага, да. Все, спасибо, я помню. Помню, спасибо. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Извините. Какие дела завтра предстоят? Окей, значит, смотрите, вот это что у нас? Это у нас график решения, да? То есть у нас область D находится здесь, в плоскости x1, x1, x2. Вот, и напрашивается такой вариант. На плоскости x1, x2 задать какую-то гладкую кривую, так? Значит, я называю буковкой гамма, так? Я напишу следующее, значит, так, пусть гамма. Я читаю лекцию, да. А что случилось? Что-нибудь срочное? Хорошо, я подойду. Конечно. Прошу. Вот. Хорошо, пусть гамма гладко кривая. Виноват. Надо говорить микрофон. Гладкая кривая. Заданное уравнение. Уравнением, ну, таким уравнением. G – это некоторая функция от x1, x2 равняется нулю, где G класса C1. Ну, вот в этой области D. Вот. И дополнительные хочу условия наложить. Я не хочу, чтобы у этой кривой, вот она нарисована здесь, были бы особые точки. Я просто напомню, значит, особая точка
особая точка кривой гамма. Кривой гамма это x0, где ну, у нас гамма задана функцией g, где градиент g равняется нулю. Равняется нулю. Вот так. Это означает, что есть точка, где невозможно провести касательно к данной кривой. Мы считаем, что у нас таких кривых не будет впоследствии. То есть они у нас все, эти кривые, гладкие, без особых точек. Теперь получается такой результат. Смотрите, значит, еще раз. Вот у нас есть уравнение. Ну, давайте снабдим номером. Да, у нас же тройки не было еще, это уравнение 3. Это частный случай уравнения 1, просто две переменные. Так. Значит, я могу поставить задачу Каши таким образом. Подобрать решение у данного уравнения, чтобы в точках кривой гамма наша функция равнялась какой-то функции φ от x1, x2. Так. Это означает следующее, что если я буду изображать, смотрите, то есть буду наносить точки в трехмерном пространстве вот такого вида. Значит, так, беру x1, x2, φ от x1, x2, где g от x1, x2 равняется нулю. Это означает, что теперь возникает кривая в трехмерном пространстве, так, а это ее проекция на плоскость x1, x2. Какая-то такая кривая. Вот, но она уже не гамма, а, предположим, большая. Ну, то есть мы вышли в большее количество измерений. Это вот заглавная буква гамма греческая. И теперь получается следующая задача. Смотрите. Решить уравнение 3 при условии, что наше решение, если ограничится точками x, лежащими на кривой гамма в плоскости x1, x2, дают нам значение этой функции в точках вот этой кривой гамма определяется некоторой заданной функцией φ. То есть как бы задана в трехмерном пространстве кривая гамма большое, вот она задана ровно вот так, вот, и надо провести интегральную поверхность, проходящую через эту кривую. Вот такая задачка. Значит, понятно, что здесь выбран самый простой случай. Ну, мы изучаем частные производные, у нас должно быть количество переменных, хотя бы две переменных хотя бы должны появиться. Вот они здесь появились. Вот, значит, понятно, что, наверное, можно переходить в большее количество переменных. И у вас на семинарах, в домашке, которая планируется, заключительная домашка будет номер 7, вот, на ПМИ. И будет задачка, похожая на домашнюю, на экзамене, где количество переменных будет 3. То есть будет x, y, z. Соответственно, у вас будет 3 слагаемых. Значит, как вы будете задавать вот эту кривую гамма? Ну, кривая гамма, она была кривой, когда переменных было 2. А когда переменных становится 3, то это уже возникает поверхность трехмерного пространства. Вот, поэтому вы будете искать решение. Это функция u от x, y, z. Так что, когда x, y, z принадлежат... Ну, давайте я сохраню ту же букву гамма, но это уже будет поверхность. Да? Вот, то здесь значение этой функции должно равняться функции φ от x, y, z. Вот. Это в трехмерном случае. И как стоило нам перейти от двух к трем переменам, мы понимаем, что мы можем вот эти начальные условия писать вот таким образом, задав гамма от x, где x из Rn, это наша будет гиперповерхность. Вот, стоит уйти в пространство выше трех, как у вас возникает приставка гиперповерхность. Это гиперповерхность в Rn. Гиперповерхность в Rn. Вот. И таким образом совершенно очевидно, что я могу это условие перенести на случай любого количества переменных, ну, n переменных. Просто здесь уже три буквы не нужны, будет просто вектор x
Здесь будет фи от x, и x будет лежать на гамма, где гамма уже не кривая, а некоторая гиперповерхность. Вот так задаются начальные данные применительно к уравнению 1. Так. Вот. Но нам нужно немножко обсудить такой вопрос. Значит, смотрите, сейчас скажу. Вот на этом месте была нарисована задача Каши для уравнения первого порядка. И мы знали, что эта задача всегда разрешима, если уравнение содержит непрерывный коэффициент, правая часть у вас тоже непрерывна. Вот. А какое там начальное условие? X в момент t нулевое равняется x нулевое. То есть никаких требований здесь не предъявляется. Вот оказывается, что уравнения в частных производных, пусть даже такие простые, они требуют специальных условий, накладываемых на гиперповерхность гамма. Оказывается, брать произвольно гамма опасно, потому что если вы не удовлетворяете, то есть ваша гиперповерхность не удовлетворяет некоторым требованиям, которые мы сейчас обсудим, то не факт, что вы вообще даже найдете решение задачи Каши. Вот. Возникает такая вот, ну, опасность, да, но значит, как ее избежать? Значит, естественно, поскольку мы хотели бы все-таки вот такие задачи уметь решать, нам нужно обсудить, вот, например, здесь какой гамму можно брать, например, да? Оказывается, не любую гамму можно брать, сейчас я объясню. Вот. Значит, мы будем говорить, что x нулевое, удовлетворяющее гамма от x нулевое равняется нулю, то есть это точка, лежащая на этой гиперповерхности. Будем говорить, что x нулевое является характеристической точкой. Если, вот посмотрите, если следующее выполнено, здесь будет стоять a от x, а здесь будет стоять градиент g от x, так, в точке x0 считается там и там, это равняется нулю. Тогда такая точка называется характеристической точкой. Значит, почему, откуда взялось такое название? Вот. Ну, давайте для простоты возьмем случай, пусть n равно 2. Пусть n равняется 2. Тогда то, что мы здесь видим, да, что если x0 характеристическое? Это знак вопроса такой, вопрос риторический, критический. Это означает следующее, что производные в силу системы, вот, у нас есть уравнение с двумя независимыми переменными, значит, и, соответственно, есть характеристическая система, ну, которая равняется x1 с точкой равно a1, x2 с точкой равно a2. Вот, так вот, производные в силу системы по определению как раз и есть. Вот это a от x0 на градиент g, взятый в x0, вот, и он равняется нулю. Вот. И что это означает геометрически? Это означает то, что вот если у вас это гамма, так, и вот это точка x0, вот, то вектор a от x0 он является касательным к этой кривой, к этой гамме. Почему так получается? Потому что, смотрите, это такой факт из математического анализа многих переменных. Вот у вас есть кривая заданное уравнение. G от x1, x2 равняется нулю. Вот она, эта кривая. И точка x0, x0 лежит на этой кривой. Вот. Значит, что из себя представляет градиент этой же функции? Это вектор перпендикулярный
кривой гамма. Вот это вектор, это есть градиент G. Так. Вот, значит, тогда получается, что касательная в этой точке – это вектор коллинеарный от x0. То есть сама точка x0 удовлетворяет характеристической системе. То есть это точка, лежащая на фазовой траектории. То есть я не утверждаю, что сама кривая является фазовой траекторией, да, но, по крайней мере, вот эта точка, которая здесь лежит, вот, она как раз принадлежит характеристике, вот, ну, то есть решению вот этого характеристического уравнения, я правильно сказал, характеристики исходного уравнения номер 3. Да? Вот, таким образом, мы, когда мы говорим, что x нулевое – это характеристическая точка, это означает, что эта точка принадлежит некоторой характеристике уравнения 3. Вот. И вот мы будем накладывать такое ограничение, зафиксируем n-мерный случай, поставим задачу Каши. Так, у меня, мы возвращаемся в случай n-переменных. Возвращаемся в случай n-переменных. Так, и ставим такую задачу, но это уже не один, а, наверное, будет задача Каши номер 4. Итак, значит, задача 4. Давайте я другой маркер возьму. Поярче. Так, итак, у меня есть задача 4. Это само уравнение. И здесь будет написано следующее. U от x, когда x принадлежит гамма, равняется фи от x. Так, и начинаем формулировать теорему, которую, в общем, можно называть теоремой существования единственности вполне. Вот для задачи 4. Задача 4 – это наша задача Каши для уравнения в частных производных. Итак, значит, пусть x0 принадлежит D. Дальше. X0 принадлежит гамма. То есть у нас в области D лежит кривая гамма. И мы обсуждаем, то есть эта теорема имеет такой локальный характер. То есть мы будем гарантировать разрешимость этой задачи и в том числе единственность этой задачи в окрестности некоторой точки X0, где X0 не является характеристической точкой, которую мы только сейчас обсуждали, не является характеристической точкой. Характеристической. Точка. Тогда пусть x0, да, немножко я не сказал здесь. Смотрите, значит, аита и класса c1, d, так, и фи от x класса c1. Ну и гамма. Гамма гладкая, без особых точек. Ну, здесь масса условий, я просто, видите, поторопился сформулировать и не внес. Гладкая, без особых точек. Все это мы только что обсуждали. Вот. Тогда найдется окрестность. Точки x0. И функция f большое класса c1. Что решение задачи 4 может быть найдено формулой u равно f большое. Здесь стоят, естественно, первые интегралы.
При этом f большое находится единственным образом. F, при этом f единственное. Вот такая длинная теорема. Я только проверю, все ли я написал. Она длинная. Вот, значит, гамма – гиперповерхность. К слову, гиперповерхность слишком длинная, не стал писать. Гамма гладкая, без особых точек. Написал. Найдется окрестность. Но я не стал вводить обозначение для окрестности. Ну, там, D с волной. Вот. Если x нулевое не характеристическая точка. Вот. И тогда найдется функция f большое, где в аргументе функции f большое находятся все вот эти наши первые интегралы. Естественно, это первые интегралы характеристической системы, вот, которая легко выписывается, потому что она основана на вот этих коэффициентах аита. Ну что, давайте возьмемся за доказательство теоремы. Значит, прежде всего, значит, что нам дано? Какой-то выбор точки x нулевое. Так? Точка x нулевое лежит на вот гладкой гамма, это гиперповерхность. Она без особых точек, виноват, нашелся дефект, без особых точек. Точек. Вот. Вот. Естественно, эта точка не является положением равновесия. А почему? Потому что в этой точке значит, не может так быть, чтобы все коэффициенты аиты обратились в ноль. Да? То есть поэтому она не является положением равновесия. Вот. Это означает, что мы можем воспользоваться теоремой, с которой я сегодня начал. Так? Пока не рассматривать начальные условия, так, а просто записать общее решение. Так. Значит, в силу теоремы, которая была самой первой, я номер не поставил, но это самая первая теорема была, которую, в принципе, я сегодня доказал повторно, она доказательство проходило в прошлую пятницу. Значит, мы можем в окрестности, значит, есть окрестность d волной точки x0, где U, общее решение, имеет вид F большое, и F произвольная функция, от U1, U2 и так далее, UN-1. Да, но нас-то интересует не общее решение, а конкретное решение, удовлетворяющее начальным условиям. Значит, как мы будем поступать? Значит, что я могу сказать? Вот в этой окрестности D мы имеем первый интеграл с номером 1. Он зависит от x. И он сохраняет значение U1, число. Так? Раз он первый интеграл. U2 от x, U2. И так далее мы дойдем до первого интеграла с номером n-1. От x это есть у n минус 1. И я сюда же добавлю g от x равно нулю. Вот, значит, напоминаю, что g от x это вот описание нашей гладкой гиперповерхности без особых точек. G от x равно нулю. Я тут получил систему из n уравнений с неизвестным x. Так? Вот. Значит, мы вспоминаем важный результат из математического анализа многих переменных, от анализа многих переменных, да, где обсуждались неявные функции. В частности, существует теорема о неявной функции, которая применима для систем уравнений. Для систем уравнений. То есть у нас возникает такой вопрос, можем ли мы решить эту систему в некоторой окрестности точки x нулевое, так, чтобы x, вектор функция,
это же многомерный вектор, n-мерный вектор x, выражалось как некоторая функция омега от правых частей. Ну, ноль константы не учитывается, а это числа, которые, ну, в принципе, их можно менять, да? То есть это мы сейчас обсуждаем как бы замену переменных. Вот можем ли мы x выразить через все вот эти первые интегралы? Вот так. По теореме о неявной функции. По теореме о неявной функции. Можем ли мы это сделать? Вот. Значит, если у нас соблюдены условия относительно гладкости всех функций, которые задействованы, это все первые интегралы, они, естественно, гладкие. Сама кривая у нас гладкая, то есть функция g класса c1, и у нее нет особых точек, то все, что нужно проверить, чтобы якобиан системы вот этих уравнений, здесь мы пишем u1, u2 и так далее, un-1, это обозначение якобиана, значит, напомню, что якобианом здесь называются, ну, знаменатели, стоят все иксы. Это определитель матрицы Якоби, которая в этом случае является квадратной матрицей. И мы сюда подставляем x0. И такую замену можно сделать в переменных, или, если угодно, выразить x как функцию правых частей. Это то же самое. Если якобиан отличен от нуля. Так. И возникает такой вопрос, можем ли мы здесь сослаться на теорему неявной функции. Это можно вполне сделать, если этот факт будет нами продемонстрирован, что якобиан отличен от нуля. Так ли это? Значит, ну попробуем предположить противное. Да? Противное означает, что в точке x0 мы получили нулевой якобиан. Пусть якобиан в точке x0 равняется нулю. Якобиан системы в x0 равен нулю. Чем это чревато? Это означает, что... Ведь что из себя матрица Якоби обозначает? Матрица Якоби J, она устроена так, очень просто. Берете первый интеграл U1 и просто выписываете градиент в строчку. Да, то есть у вас возникает du1 под x1 и так далее, du1 под xn. И так вы делаете со всеми первыми интегралами, доходя до последнего. И у вас есть самая последняя строчка, куда вы записываете градиент функции g. Вот последнее уравнение, градиент функции g. Итак, значит, здесь у вас получается du n-1, dx1. И здесь стоит градиент dg по dx1, dg по dx1. Вот. И ранг этой матрицы не равняется n, потому что определитель равен нулю. Это значит, что последнюю, ну, в общем, без ограничения общности можно считать, что последняя строчка, а это градиент g, является линейной комбинацией всех предыдущих строк. А это выглядит так. Смотрите, здесь i изменяется единица n-1. Здесь стоят какие-то лямбда и ты коэффициенты. И здесь стоит градиент u и t от x. Так, это факт, связан с нулевым определителем. Так. Теперь я хочу получить противоречие, которое мне покажет, что предположение о нулевом якобиане неверное. Как мне получить противоречие? Вспоминаем, что в условии этой теоремы сказано, что x0 не является характеристической точкой. Не является, да? То есть мы говорим, что g с точкой в x0, производные в силу системы по определению это a от x на градиент g от x. Взять в точке x0, что это не равняется нулю. Однако, вот эта зависимость линейная между градиентами нам даст нулевую производную в силу системы. Давайте это покажем. Так, это могу стирать. И... Значит, что я буду делать? Значит, здесь у меня g с точкой в x0. Это, как видно из условия, это есть сумма. Ну, давайте j напишем, не c до n. Здесь стоит аита от x
Здесь стоит dg по dx житое, да? Или житое. А dx житое. Так? Вот. Но я могу любую такую производную отсюда выразить. То есть у меня получится так. У меня стоит сумма. Здесь стоит а житое от x. Так, а здесь стоит сумма. Здесь стоит, это уже суммирование по i. Так, и здесь стоит лямбда it на d у it по dx жит. Так? Что мне известно? Мне известно, что вот все вот эти первые интегралы, это первые интегралы характеристической системы. Значит, а что я знаю? Я знаю, что у it с точкой, у it с точкой, это производная в силу системы любого первого интеграла равняется нулю. Вот это я знаю точно, потому что у системы 4 есть характеристическая система, и чтобы решить вот это уравнение, я должен найти все первые интегралы, а их n-1 штука, и мы с ними уже работаем достаточно давно. Вот. Но свойство первого интеграла состоит в следующем, что первый интеграл, его производная, точнее, в силу системы должна равняться нулю. Таким образом, все, что мне нужно сделать, обратите внимание. Так, сейчас, что-то пропустил здесь. Нет, ничего не пропустил сейчас. А, все хорошо. Значит, смотрите. Я могу вот эти две суммы переставить местами, точнее, порядок суммирования. Здесь у меня суммирование идет по i, а здесь по g. Если я напишу в другом порядке, что я получу? Давайте напишем в другом порядке. Значит, мы сумму по i выносим наружу. Так, здесь я напишу лямбда i, а здесь напишу сумму по g. Вот, и у меня стоит a житое от x на d у i dx житое. Но здесь какой бы i я ни брал, вот из этого списка, да, n-1 первый интеграл, вот это есть в совокупности. Ну, суммируй, конечно, вот это вот я должен так обвести. Суммируй. Вот. Умножив а житое на эту производную, просуммировав, мы получаем здесь именно у и т с точкой. То есть интеграл всей системы, который ноль. Итак, эта сумма для любого и равняется нулю. То есть мы здесь складываем нули, умножаем на лямбда и складываем, получается ноль. И вот противоречие получено. То есть мы сказали, что наша точка x0 не является характеристической точкой. Тем не менее, предположив, что якобиан вырожденный, как матрица, да, определитель равняется нулю, а мы получили противоречие, потому что точка x0 оказалась характеристической. Производная в силу системы функции g, g с точкой обратилась в ноль, что неправильно. Таким образом, вот эта система уравнение относительно x однозначно разрешимо. Почему это важно? Потому что, смотрите, существует функция омега класса c1, что мое x это есть омега, это все в некоторой окрестности точки x0 происходит, зависящее от всех первых интегралов, которые здесь записаны. n-1 первых интегралов. Так? Вот. Отлично. Мы почти у цели. Остался один маленький шажок. Один маленький шажок. Смотрите. Общее решение уравнения безотносительно к начальным данным выглядит так, что у от x это есть как бы произвольная функция f вот, от u1 и у n-1. Да? Вот. Но с другой стороны, значит, если я подставлю сюда x в аргументы всех первых интегралов, x это омега от y1, yn-1, так, и приравняю, нет, сюда я не буду подставлять x, я немножко по-другому сделаю, вот, я написал общее решение. А теперь я говорю, значит,
мне нужно учесть начальные условия. Начальные условия, оно выглядит таким образом, что у, когда я x беру, точки берутся с гамма, это есть некоторая функция фи от x. Вот что я хочу сделать, смотрите. Значит, я приравниваю фи, вот что я делаю. Это функция, которая задана в начальном условии. И именно здесь я подставляю вместо x, я подставляю омегу. Да? Вот у меня аргумент x. Я заменил x. Зачем мне так написать? Я могу, например, написать омегу. X заменяю на омегу. Так, значит, здесь получается омега, зависящая от u1, un минус 1. Так. И это о чем говорит? Говорит, что моя функция f определена единственным образом. Как я ее определю? Значит, мне нужно взять функцию фи от x, заданную в условии. Так. И вместо x подставить вот такую функцию омега. Тогда f большое, потому что здесь аргументы заданы в первых интегралах, и здесь аргументы заданы в первых интегралах, поэтому я могу встречать и могу сказать, что f – это есть не что иное, как сложная функция, это фи от омеги. Вот. И тем самым мы все доказали. То есть что мы показали? Мы показали, что при некоторых условиях, которые надо соблюсти, а это именно сама гиперпроверхность гладкая, без особых точек, ну, само собой, что функция фи от x непрерывно дифференцируема, но главное, что эта задача Каши решается в окрестности не характеристической точки. Мы показали, что нам нужно быть уверенным, что x нулевой не является характеристической точкой. Тогда, при том, что вот это уравнение без начальных условий всегда имеет решение, и это решение описывается большой функцией f, зависящей от первых интегралов, наши начальные условия нам дают одну единственную функцию f, которая является функцией сложной, где фи будет зависеть от омеги. Так? Фи дано, омегу можно найти, подставить в аргумент, и это определяет однозначно функцию f. И тем самым теорема завершена. Громоздкая? Тяжелая? Да, тяжелая, тяжелая. Да, тяжелая. Окей. Значит, смотрите, почему опасно игнорировать характеристические точки? Я сейчас вам приведу очень простой пример. Оказалось, работы больше, чем я думал. Вот. Ну, ничего. Сейчас мы... Да, и нам нужно еще одну задачку решить, просто показать на практике, как все это делается. Значит, смотрите, давайте рассмотрим случай двух переменных. Du по dx плюс du по dy равняется нулю. И у нас будет такое условие, что мы ищем такое решение, что при x равном y, здесь есть некоторая функция фи от x, начальные условия. Смотрите, вот я рассматриваю само уравнение в частных производных, простейшее. Да, значит, какая система характеристическая? Она, естественно, такая. Смотрите, x точка равно единице, y с точкой равно единице. Да? Характеристическая система строится по коэффициентам, а коэффициенты равны по единичке. Где стоит единичка, где стоит единичка. Вот. Значит, это что означает? Это означает, что если я вычту, да, я получаю единственный первый интеграл. Давайте назовем буквой v. Буквой v. Буква v, v от x, y. Это первый интеграл, равный, ну, x минус y. X минус y. То есть я вычитаю и интегрирую. Вот, получается. То есть для системы второго порядка стоит вам найти один единственный первый интеграл, поиск прекращается, потому что какое количество независимых? N минус 1. То есть он один и есть. Присмотрите. Значит, если бы я не имел начального условия, как бы выглядели все решения моего дифура в частных производных? Очень просто. Значит, я имел бы следующее. Я имел бы u от xy равно f большое, произвольная гладкая функция от x минус y. Да? Но у меня есть начальное условие. Давайте им воспользуемся. Что я делаю? Значит, я вот сюда подставляю x равно y. И у меня получается фи от x
Это функция, вообще говоря, произвольная класса C1. И эта функция φ от x должна равняться чему? F от нуля, потому что x равно y. Получается f от нуля. Так, очень интересно. А x же я могу менять, вообще говоря, как угодно. Да? У меня нет ограничений на x. Получается, что моя задача Каши вот для такого простого дифура разрешима только в одном случае, если функция φ от x равна константе. Это очень плохо. Да? То есть мы ожидаем результат вот такой задачки 4, чтобы мы могли всегда решить. Из-за чего это произошло? Дело в том, что мы решаем задачу Каши вообще даже на характеристике. Да, то есть у нас x равно y, это прямая, которая является биссектрисой первого и третьего углов. Вот она. Все точки ее являются характеристическими. Вот. Мы проигнорировали требование, которое было в этой теореме, и задали начальные условия, целиком состоящие из характеристических точек. Если мы поправим ситуацию и, например, скажем так, не будем брать эту прямую, а будем брать другую прямую, например, такую y пополам, например, да, x равно y пополам. Вот, это будет вот такая прямая с уравнением y равно 2x. Вот, тогда ситуация будет в корне лучше, потому что, смотрите, что я буду делать. Значит, y равно 2x. Y равно 2x – это решение самого дифура. Я подставляю y равно 2x. У меня получается f от минус x равно φ от x. Прекрасно? Прекрасно. Это что означает? Это означает, что я нашел f. Вот. Просто мое f от x – это φ от минус x. Таким образом, что я делаю? Значит, я говорю, я эту задачу могу решить. Для произвольной φ от x, ну, конечно, φ от x должна быть гладкой тоже, класса c1, но решение вот этой простой задачи, оно очевидно. Значит, u от xy равняется φ, я только должен поменять местами, значит, здесь будет y минус x. Y минус x. Вот. Вот так. Ну да, потому что вы всегда можете проверить, начальные условия выполняются, потому что y заменяем на 2x, подставляем, получается φ от x. Итак, значит, смотрите, вот. Ну, это такая иллюстрация. Вот стоило мне поменять нашу, ну, не гиперповерхность, а нашу гамма, да, нашу кривую, начальные данные, заданные на кривой, теперь уже все хорошо. Теперь уже характеристических точек нет, я могу решить для любой φ от x. Вот так. Хорошо, значит, ну давайте рассмотрим задачку более сложную. Задачку более сложную. Так, сейчас ее я прорешаю. Так, решить задачу Каши для уравнения. Я буду тут учиться в темпе, решение готово. Значит, смотрите. 3xyz квадрат du по dx плюс 3y квадрат z квадрат du по dy. Это уравнение в частных производных. Минус 2x квадрат плюс yz куб на du по dz. Это само уравнение нашего типа, но есть начальные условия. Функция, которую мы ищем, u, задача Каши, заданная на кривой, это гипербола y равно 1 на x, так, должно давать, ну, понятно, сюда y уже не входит в правую часть, здесь написано x четвертый плюс xz куб. Так. Ну и добавление составителя задачи здесь, иначе не решить до всех x и z. X больше нуля, z больше нуля. Но это важно, сейчас мы увидим. Так, первое, шаг номер один. Составляется характеристическая система, но она делается по шаблону. Это первый шаг, по шаблону делается. Поэтому нет ничего сложного. 3xy z квадрат. 3y квадрат z квадрат минус, что минус стоит, 2x квадрат
плюс y, z куб. Пока ничего хитрого. Теперь следующий ход. Ну, чтобы решить само уравнение, нужно знать два первых интеграла. Да? Вот, значит, как их искать? Это трудный момент, но я подозреваю, что на семинарах это отработано в какой-то степени. У вас же вся эта неделя была учебной. Вот у вас кто ваш преподаватель? А, у вас Демишев. Борис Борисович решал задачки на нахождение первых интегралов систем? Что-то есть. Ну, хорошо, наверное, еще порешает, потому что... А тут другого пути нет. Мы должны найти первые интегралы. Теперь смотрите. Помните, я вас учил в прошлый раз, и я думаю, Борис Борисович тоже самое рассказывал. Значит, можно заметить, что первое уравнение и третье уравнение при умножении крест-накрест позволяют избавиться от z квадрат. Это правда? Нет, сейчас. Первое и второе. Нет, первое и второе. Потому что здесь z квадрат, z квадрат. Вот в чем идея. Здесь стоит z квадрат, здесь стоит z квадрат. И когда я умножаю крест на крест, у меня получается x точкой 3y квадрат. Я могу легко сократить на z, потому что z больше нуля, ноль не обращается. Я уже сократил в голове. Значит, x точкой на 3y квадрат должно равняться y с точкой на 3xy. Вот. Ну, тут тоже лишнее y уходит, естественно. Вот, лишнее y можно сократить. И очень легко интегрируется. Да, это уходит, тройка уходит. А, то есть буквально x точкой делить на x равно y с точкой делить на y. Вот, это интегрируется в два счета. И дает первый интеграл у1 вида y делить на x. Так. И вдоль траектории это есть константа c1. Так. Это полезное наблюдение. Записав первый интеграл и приравняв его к константе, вы тем самым говорите, что y равно c1 умножить на x. Вот, оказывается, что вот это сложная часть. Я должен сказать, что перемножить крест на крест, заметив, что там и там стоит z квадрат, уничтожается легко. То есть вот этот ход простой. Следующий ход более сложный. Предлагается воспользоваться формулой в рамочке, используя c1, и заменить y здесь и y здесь. Так? Нет, ошибся. Значит так. Заменить. Нет, y, здесь y не трогать, это ничего не даст. Нет. Здесь совсем другая картина. Смотрите. Если я подставляю сюда c1 на x, у меня исчезла y, я подставляю здесь тоже c1 на x, у меня исчезла y. А что мне мешает перемножить крест на крест первое и третье? Вот. Ну, вот тут большая работа. На самом деле, у меня просто под нее времени нет. Значит, ну хорошо, напишу. Значит, заменив в первом и третьем уравнениях y, исключив, и введя константу c1, которая у нас давала значение первого интеграла, вот, мы после этого можем умножить крест на крест. При этом у нас там x уйдет. При подстановке y сюда у нас будет x квадрат. При подстановке y сюда у нас x будет вынесено и при перемножении уйдет. То есть получается так, смотрите. Надо проинтегрировать вот такое дифференциальное уравнение. Смотрите. Минус. Я, честно говоря, решал, немножко ошибался по ходу дела, но я думаю, что у меня ошибки я поправил потом, перепроверял. Это x с точкой равно z с точкой 3c1 z квадрат x. Так. Вот, значит, это позволяет... Да, это я... Одно x я убил.
Но этого мало. Но на самом деле, смотрите, здесь такое наблюдение. Вот есть z квадрат, его можно умножить на 3z с точкой. Это наблюдение дает нам c1x. Здесь, соответственно, z куб с точкой. 3z квадрат z с точкой. Будет так, да? И здесь это тоже есть. Тоже есть. C1 можно не вводить, z куб тоже есть. Вот. Значит, я могу вести, пусть t равно c1, вот так, c1 на z куб. Конечно. Потому что c1 здесь c1, и там c1 имеет смысл. Вот. Тогда мы получаем линейный пифур относительно t. dt по dx равно плюс t на x равно минус 2. Вот что мы получаем, легко проверить. Вот из этого уравнения, введя новую неизвестную функцию t, мы получаем дифур, который легко решается. То есть это тема обыкновенной дифуры, которую мы знаем хорошо. И получается, что t от x есть не что иное, как новая константа c2 на x минус x. Ну, то есть вот это и есть общее решение однородного уравнения без двойки, без минус двойки, когда ноль стоит, вот эта часть. Вот. А минус x – частное решение, легко проверить. Если минус x подставить, это даст минус единицу, и минус единицу суммарно дает минус 2. Минус 2. Вот. Но мы вспоминаем, что t от x – это c1 z куб. c1 z куб. Вот, значит… хорошо. C1 z куб. Но мы не забываем, что C1 это y на x. Поэтому можно еще раз написать. C2 на x минус x равно y делить на x z куб. Ну, все, что надо сделать, надо просто умножить все на x. Да, и у вас получается C2 равно x квадрат плюс yz куб. В рамочку. Это другой первый интеграл. Ну, смотрите, за неимением времени я сейчас не проверяю на независимость. В принципе, это нехитрое дело посчитать якобиан, где первая строчка будет из себя представлять градиент вот этой функции, а вторая строчка – градиент этой функции. И легко увидеть, что ранг этой матрицы якоби – двойка. То есть эти первые два интеграла, они у нас независимы. Вот это можно доказать легко. Вот. Теперь наступает самое интересное. Значит, смотрите. Давайте немножко, это полезно для сегодняшнего материала, для анализа. Если бы начального условия не было, если бы его не было, нас попросили бы просто решить вот это уравнение. Да? Как бы написали бы? Для любой функции f большое класса c1, да? Берем такую любую функцию. Мое решение от x, y, z это и есть f большое. А в аргумент вставляю y делить на x. И второй, первый интеграл, так говорят, x квадрат плюс y, z куб. Вот так. Вот так выглядит общее решение. Теперь нам известно, что если y подставить в виде y равняется 1 делить на x, то мы получаем слева x четвертый плюс xz куб. Здесь стоит некоторая функция f, которую надо суметь найти. Так, и здесь будет 1 на x квадрат плюс z куб на x. Сколько закрывается? Так. Ну, я уже вижу результат. Смотрите. Это же был у меня первый интеграл, да? С каким номером? У1. Так. А это был другой первый интеграл с номером У2. И если я У2 поделю на У1, я получу то, что мне надо. У меня перевернется дробь. И вот это x квадрат будет умножено на x квадрат плюс z куб на x. Я получу вот именно вот эту функцию, которая написана здесь. И написана мною здесь. Вот. То есть она имеет вид x четвертый
плюс z куб x. А, и все сделано. То есть на самом деле, чему равняется функция f? F от u1 u2 это просто u2 делить на u1. Поэтому окончательный ответ выглядит так. Смотрите. Решение задачи Каши. Вот. Это есть u2. Это вот. X квадрат плюс yz куб. Нам туда смотреть. X2. X квадрат плюс yz куб. Это у2. У2 делить на у1. Так. А здесь мы делим y делить на x. Y делить на x. То есть мы получаем следующую функцию. Мы получаем x куб делить на y плюс x умножить на z куб. Вот смотрите. Мы получили решение задачи Каши. Вот оно, это решение задачи Каши. Значит, первый факт. Мы подобрали правильно функцию. Эта функция ровно одна. Это оказывается просто частное отделение первых интегралов. Я напомню, что без учета начального условия нам годится любая функция непрерывно дифференцируема. Так? Вот. Можно проверить, что у1 обращаться в ноль не должно. Потому что что такое у1? Y у1. Y делить на, так, y делить на x. Ну, y может равняться нулю. А, нет. Нет, 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 нет. Все хорошо, все хорошо. Смотрите. Все отлично, все отлично. Смотрите. Никакой заминки. Все четко получается. Смотрите. X больше нуля, z больше нуля. Но если x больше нуля, то y тоже больше нуля. На кривой. Вот это гиперпай, ну, на самом деле это есть просто кривая на плоскости y равно, на плоскости переменных x, y. Вот. Но y больше нуля. Ведь мы где решаем задачу Каши? У нас теорема предписывает, что мы решаем в окрестности вот всей этой кривой. Поэтому окрестность будет предполагать положительный y. Значит, оказывается, не только x больше нуля, z больше нуля, y больше нуля, поэтому у2 на у1 делить можно. Вот, ну и мы легко проверим в очередной раз, заменив y на 1 на x, вы вернетесь к начальному условию. Вот так. Так что вот так решаются эти задачи. Ну, у меня осталось 10 минут. Я могу маленький анонс. Вы немножко отдохнете от этой математики. Да, маленький анонс про разностные уравнения. Почему их называют разностными? Да, почему они важны для изучения. Да, и тогда в следующую пятницу у нас пойдет теория разностных уравнений. В отличие от программы прошлого года, я понял, что нельзя объять необъятное, и я подсократил. У нас будут только линейные разностные уравнения. Ну и проще вам изучать, конечно. Вот. Только линейные. Значит, смотрите, значит, начну совсем тривиального. Вот у нас есть такое дифференциальное уравнение. dy по dt равняется правая часть. Здесь стоит ty. Так. T переменная, которая прибегает значение. T, ну давайте любое. T любое вещественное. Вот. Но есть ли аналог для вот этой производной? Есть аналог. Если время дискретно. T пробегает только натуральный и 0 можем добавить. Точка 0. И здесь стоит множество натуральных чисел. Обычно, чтобы не писать так длинно, говорят, что это есть n нулевое. Итак, время дискретно. Пробегает значение 0, 1, 2, 3 и так далее, и так далее. Тогда на замену производной идет, смотрите, что такое dt, аналог. Это y. Нет, не так. Это t плюс 1 минус t. Так? dt. Вот. А теперь, что такое dy? Аналог. Аналог. Это y от t плюс 1
минус y от t. И если чисто формально я поменяю dt на единичку, единичка, конечно, в знаменателе, а dy поменяю на изменение функции, у меня получится нечто следующее. Смотрите, мне не обязательно писать t в аргументе, значит, большинство математиков, подавляющее, пишет t внизу, как этот самый, как индекс, нижний индекс, subscript. Значит, получается вот так. Это f, это t, и это yt. Конечно, велико искушение взять этот минус yt и перенести в правую часть и переобозначить. У вас возникает yt плюс 1. Yt плюс 1 равно... Ну, давайте. Раз я эту слагаемую убрал вправо, у меня функция поменялась, ну, пусть даже немножко. Это gt yt. Вот я получил, чисто формально, заменив производную, это отношение дифференциалов на нижний дифференциал независимой переменной, это просто единичка, потому что мои значения пробегают вот это множество целых чисел. Вот. А тут получается разность значений в двух соседних точках временной оси. Вот. Ну и чаще всего обозначается вот так. Вот. То есть здесь у нас специфика какая? Мы обсуждаем поиск решения этого разностного уравнения, раз мы дифференциально заменили на разности, вот, но наша функция, которую мы ищем, на самом деле, конечно, функция натурального аргумента, но мы считаем логично, что это есть последовательность. То есть на самом деле мы интересуемся вот такой последовательностью. Yt, где t пробегает значение от нуля до бесконечности. Вот так. Ну и, конечно, это уравнение у нас в первого порядка получилось, потому что у нас вот эта разность связывает два значения по времени. Момент t и момент t плюс 1. Вот. А очень-очень-очень давно, 12 век, был такой знаменитый итальянский математик по имени Фибоначчи. И он уже работал с уравнениями. Фибоначчи. А он придумал такое уравнение. Смотрите. Y в момент t плюс 2 равно y в момент t плюс y в момент t плюс 1. При этом y нулевое, а нулевое можно, равно единичке. Y первое равно единичке. Вот. Это уравнение, конечно, второго порядка. Почему мы это знаем? Потому что оно линейное, и оно связывает вот эту неизвестную последовательность, которую надо определить, в трех моментах времени. Момент t, следующий момент за t, t плюс 1, и еще один момент есть t плюс 2. Вот. И Фибоначчи был совершенно очарован вот это, решением этого уравнения, потому что он придумал такую диаграмму. Смотрите, он придумал такую диаграмму. Вот если на плоскости нарисовать маленький квадратик со стороной единицы, рядом квадратик со стороной единицы, будем считать, что это есть y нулевое, это есть y первое, так? Но уже y второе будет двойка. Да? И тогда Фибоначчи сказал, вот давайте достроим до квадратика вот такого. Похоже, что у меня квадрат, не прямоугольник, да? Хорошо. А следующий член последовательности Фибоначчи? 3. Ну, давайте достроим. Вот это, самый большой квадрат. 3. Так, следующий. Какой у нас будет? Значит, 1, 1, 2, 3, 5. Так, а потом будет 8. И так далее, и так далее. Вот будет 8. Я могу, как вслед за Фибоначчи, значит, рисовать эту конструкцию, она будет у меня все больше, 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 больше. Принцип понятный? Достраивание геометрической фигуры. А зачем ему было надо? Потому что Фибоначчи жил в городе Пиза, где был университет уже в то время. Он был преподавателем в городе Пиза. Вот. Этот город очень интересно. В 12 веке он был на берегу. Это называется Тиренское море, ну, часть Средиземного моря. Вот. И он ходил в перерывах между лекциями по морскому берегу и подбирал раковины. И измерял, наблюдал, что там есть спираль. И он выяснил поразительную вещь. Оказывается, что если его конструкции квадратиков
будет вот так соединяться, смотрите. Вот. То возникает спираль, которая соответствует вот этим морским организмам. Возможно, я все неправильно, нужно было, наверное, здесь еще больше. Еще больше. Вот. Что, видите, я уже забыл, как строится дальше. Вот, ну, спираль, по крайней мере, спираль я нарисовал какую-то. Вот, достраивал. Значит, это снизу, внизу. Ну, спираль. В общем, это уже просто некое развлечение. Можно попробовать нарисовать конструкцию вот этих квадратов, стороны которых удовлетворяет уравнение Фибоначчи. Вот. Конечно, мы все эти картинки рисовать не будем, а мы будем учиться, как решать вот такие уравнения, что весьма просто, как мы увидим в следующий раз. Вот так. Ну, это такой анонс. Вот. Я еще хотел вам рассказать задачку из микроэкономики, динамическую. Вот, как устанавливается равновесная цена на рынке одного товара, где спрос УД, спрос является альфа минус бета цена, цена от времени зависит. Это стандартный линейный спрос. Вот, а объем, который задается производством, это минус дельта плюс гамма. И вот это важный момент. Для производства, особенно если это сельхозпроизводство, важна цена предыдущего периода. Бета минус 1. Вот. Ну, в силу равенства спроса и предложения мы приравниваем объемы, и у нас немедленно получается уравнение разностное первого порядка, и оно себя по-разному ведет в зависимости от коэффициентов. На самом деле принципиально являются два коэффициента. Можно рисовать вот эти траектории решения на плоскости. Вот бета и гамма важны. Вот. Возникают разные варианты. Всего из три варианта, как ведется решение. Цена может сходиться к равновесному значению, может расходиться. И расходится она либо уход на бесконечность, что с экономической точки зрения лишено смысла, либо у вас происходит такой некий цикл. Слово «цикл» нам знакомо из теории автономных систем. Вот. В общем, вот такие дела. Но это мы все рассмотрим. Вот, ребят, на сегодня закончил. Вот. И в следующую пятницу все будем рассказывать, все будем заниматься разностными уравнениями. Вот так. Разность. Я же стал объяснять. Разность. Замена dy. Замена dy, замена на разность двух значений. У от t плюс 1 минус ну, y от t. Я же объяснил, что это разность. Замена производной на две разности. Числители – разность неизвестной функции или последовательности, а в знаменателе просто единичка стоит. Вот так. Илья и Настя. Понятно? Да, все понятно. Хорошо. Нет, но сегодня была сложная наука, честно говоря. Вот эти вот уровень честных производных, еще задача Каши. Вот. Но вы поняли, что надо научиться решать задачу Каши для уравнения в частных производных. Хотя это сложно. Вот у вас будут на семинарах отработаны приемы поиска первых интегралов, и это вас выручит. Я на сегодня отчитался. Спасибо. Хорошо. Всем до свидания.